syster, bara syster, vår syster, tjaba av Janar Kjösyster. 17 апреля 1928 года родился известный азербайджанский советский оперный певец, народный артист СССР Лютфер Иманов. Лютфер Иманов родился в Сабирабаде. Впервые попробовал себя в искусстве в школьном возрасте, начав трудовую деятельность в 1943 году в качестве актера в Государственном драматическом театре Сабирабада. 18 лет возглавил драматический кружок. С 1948 года работал художественным руководителем в Сабирабадском городском доме культуры. В 1957 году окончил вокальное отделение Бакинского музыкального училища имени Зейналы. В 1968 году окончил театроведческий факультет Азербайджанского университета культуры и искусства. В 1954-56 годах был солистом хора азербайджанского телевидения и радио. В 1956-57 годах Азербайджанского государственного эстрадного оркестра. В 1956-59 годах работал в Азербайджанском государственном театре музыкальной комедии. В 1957 году дебютировал главной роли оперы Узиры Гаджибекова «Кёроглу» в Москве. С 1958 года до самой смерти солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Играл в таких партиях, как «Пиковая дама», «Трубадур», «Аида», «Кармен», «Фауст», «Тоска», «Кёроглу», «Вагиф», «Севиль». Выступая на концертах, исполнял песни народов мира, азербайджанские народные песни. Кончался 21 января 2008 года в Баку. Похоронен на аллее почетного захоронения в Баку. Мильяна Гашимова, Хюмберт Мемедов, «Азертач».